Всем привет, друзья, подписчики, гости канала. Сегодня у нас рыбалочка на щуку на реке Олым. Алым называется он, но мы его зовем Олым. Вот такие вот интересные ребят заводи. Подъехали сейчас сюда. Машина пока здесь на горе. Вот, я сегодня с Юркой. Вот, так что попробуем щучку на спиннинг половить. Здесь чисто щучье место. Здесь на жерлице я ловил. Вот, с отцом на Новый год. Там, кстати, даже получилось 1 января, что ли. Очень удачно по щуке. Размеры разные. Бывает на полкило, бывает на 4 ввалится. Вот. Но повезет нам сегодня или не повезет, мы это узнаем в процессе. Так что, друзья, смотрим, не переключаемся. Все самое интересное впереди. Ну что, ребятки, поехали. Здесь, конечно, все достаточно подзаросло. Вот, но место спуска, тем не менее, осталось. Ох, смотрите, сколько, а? Малька ходит, щучка бьет, жерешок. Сейчас мы это дело попробуем половить. Ну что, друзья, вот первый трофейчик, вот только что зацепил. Юрку в машине сидел, не слышал, ну небольшой, поэтому обошлись без подсачника. Переехали сейчас на другое место. Юр, покажи. Вот, тоже место щучье, такое славится. Было три удара, один прям под ногами был удар. И вот только что удалось поймать вот такого щуренка. Ну такой небольшой,
но приятно. Так что, друзья, первый результат есть. Может быть, что-то и покрупнее попадется. Пока у нас еще солнце только садится, может быть, еще где-то минут 40 удастся до темноты половить. Вот, но здесь значительно поинтереснее, потому что, ну, тоже снимать перестали, приехали, не стали снимать, потому как там разочаровались. Вот, там я забросов 100, наверное, сделал. Даже ни одного удара не было. А сюда подъехали, с берега посмотрели. Ну, в принципе, по кустам так бьет. Вот. Ну, может быть, сейчас удастся наловить на жаренку. Так что, друзья, не переключаемся, смотрим дальше. Друзья, выход щуки прошел, всплесков у нас уже нету, наверное, ушла спать, да и домой уже пора, нам еще ехать километров 20, наверное, хорошо хоть не пешком. Вот что хочу сказать, ребят, хорошо, но мало, что-то этот сезон по щуке не особо комфортный. Одну штучку поймаешь, может, вообще не поймаешь, а ездить приходится много. У нас на речке там, ну, вот такого плана грамм по 400 тоже попадаются, но тоже не всегда. Плюс дожди. Так что, ребят, по поводу рогаток вам хочу сказать, тоже большая проблема. Вот, ребята, не могу живца наловить. На речку хожу, там получается, ну, не живцовая плотва попадается, крупная, на живца не годится. На пруд поехал, на карася, карась не ловится. С чем связано это, сам понять не могу. Вот, а рогатка, меня спрашивают, друзья, что такое рогатка? Рогатка у нас называется летняя жерлица. Вот, обычная рогатка из дерева. То есть, хвостовая часть, там получается веревка с петлей. Вешается она там на какой-нибудь куст, либо там на этот самый шест можно воткнуть. И 3-4 метра я делаю на ней леску. Вот, также металлический поводок и живец. Ну, то есть, понимаете, да, происходит толчок, щука срывает, там фиксатор стоит маленький. Ну, это просто как обычная засечка, ну, ножом, просто чтобы живец, живца удерживала. Вот, ну, а в целостность получается, щука, когда хватает, он снимает, рогатка начинает вот так вот трещать, распускать леску. Ну, и, соответственно, это все такие
снасти их ставить на ночь хорошо, вот, ну либо там днем под кусты куда-нибудь, вот, в принципе, прикольная штука, я ее покажу обязательно, вот, будет она у нас в обзоре, у меня там уже половина видео готова, вот, ровно до того момента, когда я пошел живца на сажалку ловить, просидел на сажалке, наверное, часа два, видел одну поклевку только, вот, в принципе, потом также ходил на речку, на пруд, ну, что-то ни с живцом не везет, как только будет живец, сразу, ребят, поставлю их, опубликую видео, ну и там, как говорится, вместе посмотрим. На следующий день поеду, проверю, попадет, что не попадет, неизвестно. Вот. Так что, друзья, наверное, на сегодня все. Всем спасибо, друзья, всем пока, до скорых встреч. Ставим лайки, подписываемся на канал. И удачи. Пока-пока.